Нижегородская атомная техника на белорусской АЭС. В ОКБМ проводит прием и сдаточные испытания перегрузочной машины для второго энергоблока белорусской атомной станции. С помощью этой техники будут выполняться работы по перегрузке ядерного топлива активной зоны реактора. ОКБМ, между прочим, это единственное предприятие в России, где есть уникальный испытательный стенд, который позволяет провести полномасштабные испытания этой машины совместно с системой управления. Тележкой поехали на третью ось 2 метра. Поехали. Эта машина находится внутри контеймента, практически над реактором. Во время перегрузочных работ реактор вскрывается, она по рельсовому пути подъезжает к реактору и приступает непосредственно к выгрузке топлива. Это такой чернорабочий, который выполняет грязную работу по перемещению облученного топлива. Происходит процесс захвата имитатора ТВС из активной зоны реактора. То есть основная часть перегрузочной машины – это рабочая штанга, в которой расположен захват, который достает тепловыделяющую сборку из реактора. Перегрузочная машина имеет точность наведения плюс-минус 2 мм. То есть это на такой высоте, это больше 20 метров, это очень хорошая точность. Выполняется наведение на заданную координату. При этом мы можем наблюдать, что провода находятся в токоподводе, который препятствует их перегибу. Операция перегрузки выполняется под водой. То есть, когда машина работает, рабочая штанга находится в воде, и все топливо перемещается тоже под водой. Это пультовая нашего стенда. Здесь находится оператор, который выполняет управление машиной. Она работает дистанционно, практически полностью самостоятельно. То есть, не надо ее там ни толкать, ни крутить ручки, ничего. Человеку в реакторном зале находиться совершенно не обязательно. При этом, да, персонал не подвергается излишнему переобучению.